утро. Это юность моя, это юность моя. Знаю, сегодня точно не лучше. Праздник для всех. День города объединил жителей самых разных возрастов и подарил радость каждому. В городском парке культуры и отдыха весь день царила праздничная атмосфера. Как настроение? Прекрасно. Супер. Все красиво. Все классно. Как настроение? Отличное. Нравится вам? Очень. День города, что ни на есть, семейный праздник. И самые главные, дорогие гости на нем, конечно же, дети. Мастер-классы, химическое шоу, различные активности, сладости, анимационные программы и даже прогулка на пиратском корабле. Все для того, чтобы видеть улыбку на их лицах. Настоящий фейерверк талантов подарили жителям местные артисты и кавер-группы, исполнившие всеми любимые хиты. Зрелищным украшением праздника стали открытые соревнования по боксу. На ринге встретились 20 спортсменов из разных уголков городского округа. Дети от 7 лет и взрослые. Артем, подвигайся, подвигайся. Руки не опускай, руки не опускай. Хорошо. Корпус. Корпус. Хорошо, хорошо. Пускай, пускай, прыгай. После двойки сразу влево уходи. Да, отлично. Одержал боксер из красного угла. Подарок для любителей эмоционального и сильного спорта подготовила Федерация бокса городского округа и фитнес-клуб «Олимп». Мы очень благодарны администрации города, спорткомитету, который дал нам такую возможность провести это мероприятие, что дает нам популяризацию этого спорта, пропаганду здорового образа жизни. Спасибо за организацию таких мероприятий. Был очень рад поучаствовать. На территории парка развернулась праздничная выставка-ярмарка предприятий и организаций. Жители и гости нашего города смогли оценить продукцию местных производителей, а также огородное изобилие щелковских садоводов на выставке «Дары садов». А Щелковский колледж представил проект для конкурса «Мособлгаза. Деревня газовиков». В нем присутствует очень много различной электроники, дизайнерских решений, модели на 3D-принтере. То есть мы над ним очень сильно старались, и это всего сделано за месяц. Гордость за свой город и стремление сделать его лучше – движущая сила Щелкова. Те, кто своим трудом каждый день вносит вклад в развитие нашего городского округа, чествовали на празднике. Наша щелковская земля пишет новую страницу своей богатой и насыщенной истории. Без сомнения, что главные персонали сегодня на нашем празднике, конечно, это жители города. Это главное наше достояние. Наша самая главная и важная ценность. А тех, кому еще только предстоит выбрать свой путь и в будущем прославлять наш город, ждало торжественное вручение паспортов. Первый главный документ юные щелковцы получили из рук заместителя главы администрации городского округа Дмитрия Толмачева. Много добрых пожеланий городу в этот день звучало от участников праздника. Щелково, с днем города! Город, в котором хочется жить, творить, любить, создавать семьи. Развивайся и будь еще краше, любимый Щелково. Виктория Мельник, Андрей Цеханович, Евгения Корыцко, Сергей Василевский, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.